Хорошо. Конфуз. У нас произошел конфуз. Щука укусила она. Я вам отвечаю. Артемий, ты нормально себя чувствуешь? Да это нормально. Она тоже нормально. А что она, как так? Ну как обычно. Как они это делают? А у тебя ранетки-то живые? Она промазала. Орешки. Да. Не, а что она, реально что ли? Тёма, ну а что она, это... Тём, может ножом в натуре? Подожди, надо показать. На, вот. Нет, её надо. На все деньги. Наоборот. Ёлка-пал. Не отрежь там ничего себе. Тварь, блядь. Чуть-чуть осталось. Я такой первый раз вижу. Я боюсь, что сейчас зубами щелкнет, будет опять буря. Вот так бывает.